Господи, что я такой старый. Я даже помню, что я был когда-то членом ВТО. Это, оказывается, было давно. Потом борьба за то, чтобы это было СТД. Мы победили. Теперь это СТД. Спасибо большое, что оно есть. Мне кажется, что по мысли замечательных художников, что новое открыть невозможно, ничего изобрести невозможно. Можно только добавить чего-то своего к уже сказанному. Я всю жизнь пытался что-то сказать к уже сказанному. И когда мне не удавалось, то помогал Золотой Софи. Он мне освещал дорогу, я еще куда-то попадал. Поэтому, если я хоть что-то добавил к уже сказанному, я очень счастлив. Благодаря вам и благодаря этому замечательному празднику под названием «Золотой Софи». Спасибо.